свет не добрый. Покосить надо все это, помощь. Ну, это потихонечку окна забить оргалитом, чтобы зимой в порядке. Вот этот хлам надо. Вот есть для этого специально. Чтоб отопление можно было включить хотя бы. Мои родители, тут соседи, кто там с ведрами ходит. Поступило сообщение дежурной части о происходящем пожаре в поселке Передовом. После чего я незамедлительно выехал на место и обнаружил горящее жилище. На вопрос соседям и зевакам о местонахождении хозяина никто ничего не пояснил. После чего я прошел в домовладение и обнаружил в бессознательном состоянии в жилище, которое было задымлено, хозяина. После чего вытащил на улицу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Я потерял сознание, видно, от дыма. Очнулся только на улице, когда глаза открыл, уже на улице. Единственное, что я хочу сказать, спасибо участковому. Если бы его не было в то время, в ту минуту, я бы сейчас с вами не разговаривал. Поедем, значит, после обеда туда или сам сходишь завтра? Или я завтра с утра поеду. Социально. Ты мой крестный. Спасибо. Да, все хорошо. Все, ну, давай, счастливо. Выздоравливай, не болей. Главное, ты не болей. Все, хорошо. Вот сначала вроде крутился аппарат. И отношения какое сейчас у тебя? И отношения там. К отца приехал. Ага.